Алло, здравствуйте. А добрый день, здравствуйте. Бессонов Алексей Борисович. Алексей Борисович, на самом деле, да, проголосовало 13%. Все остальное вбросили. И они не понимают одного, что, к сожалению, ситуация будет радикализировать. Это понял, кстати, это понял Степан. А вопрос в чем, Алексей Борисович? Ну, я вам объясняю, что все махинация. С 90-го года в стране нет никаких выборов. Вы-то свой результат как оцениваете, собственно? Подкинули, я за руку поймал. Я в судах сидим. Заявление написали. ФСБ, в прокуратуру и так далее. Скинули свыше за 5 часов 1000 голосов бросили в урну. Спасибо большое. Трудно было ожидать чего-то иного от Алексея Борисовича. А вы знаете, я могу сказать, что я, в общем-то, в основном согласен. Может быть, мы привыкли, те, кто слушает радио «Эхо Москвы» или смотрит ваш телеканал, куда еще где еще есть прямые эфиры и куда еще прорывается Алексей Борисович. Спасибо вам большое, кстати, пожалуйста, за это. Потому что я думаю, что скоро это будет уже еще больше зажиматься и убираться из нашей жизни.